Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня расскажу, как приготовить хрустящий лаваш с сочной соленой начинкой из творога и зелени. Это вкусная и быстрая закуска, которую можно приготовить за считанные минуты. Петрушку хорошо промываю, просушиваю и мелко нарезаю. Вместо петрушки можно взять любую зелень по вкусу. Творог выкладываю в миску и разминаю вилкой. Добавляю к нему нарезанную зелень, соль, специи. Можно взять сушеный чеснок, хмели сунели, смесь прованских трав, паприку или черный перец. Хорошо все перемешиваю. Соли кладу достаточно много, и в готовом виде начинка получается на вкус как брынза. Расстилаю лист лаваша и выкладываю готовую начинку. Сворачиваю лаваш в рулет, подгибаю края, чтобы при выпекании начинка не вытекла наружу. И слежу за тем, чтобы при сворачивании лаваш не треснул и не порвался. Если лаваш изначально хрупкий, то предварительно нагреваю несколько секунд в микроволновке, чтобы он стал мягче и легко сворачивался. Аккуратно перекладываю рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Чтобы у готового запеченного лаваша была красивая румяная корочка, смазываю его сболтанным яичным желтком с помощью кулинарной кисточки. Для красоты посыпаю лаваш семенами льна. Вместо них можно взять кунжут, мак или ничем не посыпать. Отправляю рулет в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 12-15 минут. Затем нарезаю острым ножом. У готового рулета лаваш снаружи хрустящий, а начинка мягкая и ароматная. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне.